В начале войны я не могла понять, почему Россия поддержит Путина и почему Россия не верит в Бучу. Сейчас я не могу понять, почему Россия поддержит Хамас. Вот как ни крути, у нас бабушек не вытаскивают из домов и не сажают на мотоциклы и не бьют палками. Как ни крути, у нас на России не отрезают женщинам головы. Не отрезают. Да, вот немку изнасиловали, немки поломали ноги. Я вот в это могу поверить. Но чтобы отрезать голову и потом делать ДНК, потому что голову было не узнать, ею, наверное, играли в футбол. Вот в это я не могу поверить. Россияне. Ведь убили же не только израильтян, там же пострадали немцы. И американцы пропали, и люди из Тайваня. Там был геноцид абсолютно любого народа. Вот как вот вы видели, как Махачкала накинулась на аэропорт, на машины, на автобусы. Они проверяли, они напугали всех. Они напугали детей, которые только что вернулись из больницы. Это ненормально. У вас через Бучу, через Путина уже поменялось what's wrong, what's right. То есть крошка, сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Я даже не знаю, что вы своим детям теперь говорите.